На монтаже. Самое, что есть, главное, делать тупую склейку. Прямо вот типа... этого и стоит начать. Да, типа, начнем с того, что это Алексей Кунжи. Антоха Солдат. Да. Ваня Биг Мама. What's up, Биг Мама. Пашка. Салют. Жоэро Пейро. Ган-ган-ган. Артемий Лебедев. Кунилингус. Артемий Лебедев, а.к.а. А белый лебедь на пруду. Да, и он, короче, такой говорит, я в Чечне воевал. Лёха, чуточка, ну-ка. Я говорю, что ты дал? Воевал в Чечне, да. Что у тебя локатор, радар какой-то, на страх, что ли, стоит? Я говорю, да, там, сука. Нет, я второй. Бля, такая хорошая куртка у Блага, я вам. Нравится? Дарю. Едем в Казань. Настрой хороший. Чуть не важно себя чувствую, но все равно важно. Лёха истинный нигер. Он по-настоящему чувствует это настроение. Это просто на машине, это могу лет 15, да? А чем обсуждаем? Я реально приду смуту. Ну смотри, просыпаться в 9 утра и ехать очень долго. Вылететь в 4 часа дня, там пробыть 1.5 часа, поужинать. Да это не понятно. И прилететь за час в этот... Я говорил, я введу смуту в ваши головы, типа. Или нет? Я наоборот уже плюсы начинаю искать в голове. Да, типа, мне кажется, мы в тур поехали. Мы должны все переносить. Типа знаешь, вот ехать, останавливаться на заправках, выходить, нести хуйню всякую. Да. Пердеть, там носки грязные уже надевать. Типа. Вся это, я как-то вот поэтому и поехал. Еще в дороге едешь, у тебя связь не ловит, толком в соцсетях не посидеть. Я сейчас еще на антибиотиках. Я на антибиотиках, и мне пришлось один разочек. Я болею. Это Карлос. Йоу. Мы в Казани. Оцените сегодняшний лук вот так. О. Что за маска? Да хуй знает. Ах, за маска. Лёх, маска с начинка. О, это мой айфон делает? Да. А у тебя это, лидар датчики, походу. У меня антирадар стоит в тачке, да. Чтобы не это. А все. Сегодня вообще счастливый какой-то хороший день, я прям так выспался, заебись. Едкий дым, и это Москва. Чистая грязь, и это 7-2. Металл на руках, я как будто бы джек. Есть один шанс, и не пар проебать. Я курю, и я обездвижен, будто бы меня повязали. Копы, у меня в руке дымит бобина. Опа, остаются где-то сзади. О, со мной Ганси, мы курим газ. Ты узнаешь, как пахнет казина. 4-2-0, шепчет. У меня настоящая чистая ли. Наши пистолеты криминал. Тебе не узнать, где их на дыбл я. Пламя для косов мне дает крикет. Смог в моих кронках мне дает силы. Маленькая сука не знала, как спросить. Джимми, почему ты такой токсичный? Буши, да скажи им. Йоу, не могу на вас обратить свое внимание. Ведь для вас это будет так дорого. Я сделаю по-другому. Все пошел отсюда, давай. Every day I see my dream. Every day I'm shuffling. А у меня все тюны слетели, я вообще в ахуе. Не, есть соль. Да, закинули. Мы по гречке, братан. Не юзаем. Они подсаживаются к нам Алахамор. Сначала. И девочка на него смотрит и говорит, о, ты же этот, который Алахамора. Понял, жена его, блядь. Она вот так прям делает, это же ты, OG Bud. Просто Саула вышел, я там, братан, я с гор. У него до сих пор, чтобы, у него до сих пор, чтобы дождь вызвать, нужно бум 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 бум. На самом деле, главное... 5, 6, 2. Проникает в голову, болеет топора. У меня в руках граната, а палец в кольце. Я русский троян на диске С. Мы сейчас выступим на конце. У меня сбухла варикоце. И я иду прямо к микрофону, к своей цели.
что там видно. Скример был сейчас конкретно, я охуел. Это было, знаешь, фильм «Спуск» смотрел? Нет. Лох. А, нет, смотрел вроде. Хорош. Короче, вот, и там, типа, когда, знаешь, там телочка тоже снимает на камеру с ночным видением, и там хуяк из темноты ебало вы свою. Бля, ебать ебало, вот это пиздец красное. I pull up on your block, whack, with this dirty doggo. Tu ta 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 ta. I pull up on your block, whack, with this dirty doggo. Tu ta 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 ta. Только газа, ты не ослепят три глаза. Потник будто ваза, свечусь ярко, но не стразо. Надо сходить в магаза, до этого дал наказ. Свои папки аванс, плюс за соткой, будто КамАЗ. По мне здесь 10 минут, мы начинаем, пока что с вами диджей Ебаная, блять, ты махаешь руками. Не пойду назад, не встану на месте. Сори, я ночью присунул не вести. Ты базаришь, совсем не по делу. Ночью водил языком, я по телу. Сука, ты сучий патрон. Сука, я потрох, сын, да потом. Сука, я Волан-де-Морт. Сука, я суки накончал в рот. Маленькая сука, что ты базаришь? Закрой свой рот, когда я базарю. Сука, ты, сука, твое имя, сука, блять. У меня таких сук есть, блять, целый штать. Сука, ты сучая, сука, сука, ты, сука, ты, сука. Сука, не сука, я, блядь, не сука. Сука, ты, сука, ты, сука. Человечка, который еще на сцену выйдет, это Паша, маленький ярче, это Сергей. Жесткие проблемы с глазиками. Мне кажется, сейчас будет последствия, ребят, поэтому больше дожо RIP. Не дай бог, конечно, ты что будешь. Я помню, видос был, где Гриша в жопу там попало. Ты видел, нет, в ТикТоке? Там прям выдувало. Вот не так же сейчас попало несколько раз, блин. Малышка знает мой калибр, и тебе не обойтись без колебаний. Рэйпи мой код, я больше не хочу держать животных, как и не держать тайны. Мой город на букву Т и шести букв, она знает, что говорю не про Таллин. Я везу оттуда, стилю холодный, могу поделиться, никто не узнает. Yes! 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 Yes
Я будто майонез, ведь я ща в салат. Слышал твои демки, от души поржал. Знаю, как брикет заныкать в шкаф. Говно в кармане, но туда никто не срал. Она ест меня, как будто мармелад. Бланка младший брат, акселерат. Я не поведушка, но танцую под пруд. Тебе 3 часа ночи, и мы едем на мутку. Ребят, я еще удаляюсь, и на сцену выйдет мой дорогой брат Ганси. Дай мне шумок, дай мне шумок. Признаю, как мне черт, как те, что греют губы. Одна дыра в моем теле, хранит все, что мы на дуре. Признаю, как мне, только те, что греют губы. Одна дыра в моем теле. Все плюс мы в городе, кайфуем очень крутой город. Я очень благодарен, что я тут. Правый белый карнавр, погнали! Что сделать? А почему? Встался. Пацаны, кто хочет дальше волоёбить, пойдёт. А почему, парень? Ты секс снимал в гримёрке? А, кстати, это новичок в рэп-игре. Да, я новый. Я вместе с рэп делал. Боря Ручин Макс, салам алейкум, как дела? Малей чувак, как ты, да, нормально? Это все мы очищаем, удаляем, сам понимаешь. Но мы не отдаду цене. Только дорогой Данил. Я отмыл купюры, как Фари. Жду входа в это, как партия. Стрелка добавит еще один. На ее шее карте. Рисунки дымом, как с карте. Фактами я буду up next. Думинай студии, как будто оркестр. Мы звук в этой стране слышал каждый подъезд. Французский дизайнер, я кручу багет. Я химикаты, я вижу, как Фишер. Мы живем в другом мире, как Pixar. Я же вижу кого-то, кто почему-то не до конца вообще отдается. Еще раз, очень люблю! Я настигну тебя, ты заглянешь, как мне. Если того не делать, не буду переступать эту линию. Не болен, но кашляю, будто я сейчас легкие выплюну. Дым дает иммунитет к этим вирусам. Если что, я его из себя выведу. Не трогай близких, иначе у меня не будет выхода. Станешь как сыр, на тебе будут дырочки. Удлиненный магаз, так что имей в виду. Жрут салат. Стреляю вверх, прямо в рай. Если не сосёшь мне, тогда живо умирай. Доставай наличку, не убирай. Ты знаешь, я люблю, когда карманы жрут салат. Бич в моих руках, её
нее дрянная сучья жопа. Чищу ее боком, я вставляю в нее шопу. Твоя хол дурная, слышь, ты где ее нашел-то? Мне нужна милфа, но твоя мать уже кошелка. Жопа это... Мясо, ребят, все радуемся. Выиграли, брат, выиграли. 15 лямов баксов. Не гони вообще коллапс. Ша! 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 Я не спрячу, на пустой душе, а здесь хуйню на запись ничего не оставил. Открою теперь сумму на запись ничего. Чё, ребят, как с бабками вообще вопрос обстоит? Чё по бизнесу? Все общаемся между собой, только на распальцовках будет. У меня цель тура такая, просто везде напоминать. Пожалуйста, после концерта каждый домой придите. Мама, папа, у кого что, обнимите. Это один человек навсегда. Очень прошу вас в этом плане. Казань, вы охуенные, у вас охуенный город, вы охуенные ребята, здесь очень жарко, дайте шум ответить еще от себя! Я буду обращаться. Синий шума, майор шума, благо шума. Шапа шума, всем шума. Обнял Казань. Мы вас любим. Казань, мало. Большое спасибо. Ну куда ты снимешь? Посмотри, какой заряженный брат. А мы сюда идем? Я уважаю только Тиксману нахуй. Вот они, смотрим. Брат, это Мэл Склад, Мэл Мьюзик. Когда мы только в Москву переехали, в Думе ехали по трассе по МКАДу. Там стройка шла, и конусы были. Идите нахуй! И мы разъебали эти конусы. Илюха! Бля, пацаны, я вас обожаю. Я ебали. Леха, Сими! Сими! Все, ты пидор. Уже я ты уже пидор. Сими! Ты выебан! Ты выебан мной! Ты выебан мной! I'm the best nigga in the world. No, I'm saying. О, блядь! О, блядь! Ёб, зачем ты, блядь, свои газишь? Ебаная сука. Скотина, ёб! Хором! Все, 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 понял. Сыра, ему леща дать надо. Вовнутрь, все, 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 все. Украл. Давай, 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 давай. Холода. Так что в номере есть доставка.
Гений трэпа. С нами Big Mama, Big Elephant, а также мой брат AK Mel Music QJ163. Чего, мы в пределах этой страны еще наведем шуму, ебаный сыр. Налево, шум направо, да, да. Это обязательно. Ты имеешь непосредственное влияние. Это не одно и то же, дружище мой, нахуй. Мальчик, это не виртуальная реальность, как ты думаешь, нахуй. А, вы не слышали про это? Ну, блядь, это ваша проблема. Вот нас приехала арава из артистов. Перечисляю только. Я, Сода, Сими, Янгвей, Бушидо Жо, Биг Мама, Маленький Ярче, Ганси. Уже 8. Ну... Допустим, плюс-минус я кого-то пропустил, 10 человек, допустим. Из них только на 3 последних реагировали круто, на остальных чуть-чуть такие, типа, показывали прям ожидания. Все, ну, кто да, вышли, да, да, да. Бушидо Жо пришел, все подошли и сказали, бля, вас ждут с Содой, походу. Вот я не люблю за это, блядь, когда... Ну это странная хуйня, нет, блядь. Вот согласитесь, с одной стороны это можно оправдать, а с другой стороны, ебаный в рот. Ну, к вам приедет еще через буквально полгода тот же самый, вот... По пальцу пересчитать артист. Блять, первый раз в жизни и, скорее всего, раз еще через там год буквально, ну, минимум, приедет к вам такой состав, ебаный в рот. Ну, да. Ну блять, не в обиду. Такой состав, ебаный в рот. Это типа, ну, кто-то любит, например, более мелодично. Да, например, мой можно слушать. Кто-то любит более такой потанцевать, Бушидо Жо, например. Плюс Ваня Лов 66. Кто-то любит более пожестче, например, Сода Лав и Сими. Голодный пес, например. Кто-то любит, блядь, еще что-то. Но, блядь, все вместе увидеть, блядь, это один раз такой. Елки-палки. Мы пытались все подготовить. Реально очень тяжело. Во-первых, первый раз такая хуйня была. Потому что каждый, кто заходил, выдавал одну и ту же фразу. Бля, походу вас с Содой только ждут. Даже я, понимаете, вот я пришел уже в гримерку и такой, бля, походу Соду ждут. Типа никто, вот даже я, типа человек, на которого все сетовали, да, не почувствовал той энергии. Типа, не скажу, что типа я как-то там завидую Соде, но типа в том плане, что типа, бля, как-то странно очень. Типа, как будто вроде и на наш концерт, но каждый раз чуть-чуть оттягивали. То есть, типа, знаешь, как будто даже я, когда выступал, они такие, ну уже заебись по грусти, ну сейчас, вот последнюю руку, сейчас. Мы в Казани находимся сейчас, вы понимаете то, что происходит Казань здесь, как будто больше это не поддается никаким объяснениям. Это вообще угар. Будем два раза ворваться. Такая хуйня. Блять, нахуй ты съем? Это вообще угар. Жесткий. Йо, брат, если у тебя сига, меня зовут Ганси, у меня есть тика, я стреляю в тебя, тебя убило. Крестюхи покажи. Солдату крестюхи покажи. Бро, возьми, пока хочешь, поснимаешь. Поснимаю, вообще базара ноль. А чё вы хотите? Чего, блядь? Меня зовут Ганси, базара ноль! Ладно, девочки, пиздожьте домой, мы с Антохой пойдем трахаться. Йоу, кто-то знает, где Сими? Мы найдем его прямо сейчас. Чё сказал-то? Брат, подожди, не возвращайтесь никуда, мне нахуй надо. У нас Воронеж отменился. Нет, скажи, да или нет? О, приручение произошло. Да. Этого дикого пёзика. Говорил, что если есть у тебя, ну, энергия, она тоже, ну, это подумай. Сейчас будет интересный момент, и я ему дарую свободу.